Привет, друзья! Если вы хотите, чтобы Сэхер наказала Джанан, а также если вы хотите, чтобы Джанан закончился, давайте нажмем лайк и посмотрим наш номер. Жизнь Сэхер в опасности. Чем закончится Джанан? Доверится ли Яман Сэхер? Положит ли Волкан конец Дуйгу? Здесь я отвечу на все ваши вопросы, друзья. В новом эпизоде сериала «Доверенное». Сэхер решает сражаться за Ямана, потому что Сэхер помнит прошлое. И Сэхер помнит борьбу Ямана за себя. Вот почему Сэхер решает бороться за Ямана до конца. Но эта дорога трудна. Потому что на этой дороге есть Джанан и Зухаль напротив Сэхер. Когда они вырастают, для Сэхер начинаются трудные дни. Отчаяние Сэхер продолжается долгое время. Но в этом процессе кто-то поддерживает Сэхер. Этот человек, конечно же, Фикрет. Фикрет серьезно поддерживает Сэхер. Яман также неправильно понимает близость Сэхер и Фикрета. Потому что Яман думает, что Сэхер его предал. Наполненные адом дни продолжаются для Сэхер до следующих эпизодов. Яман видит, что его обманул глаз, и сходит с ума. В любом случае, Яман не мог решить проблему отсутствия безопасности. Поэтому у Ямана проблемы с неуверенностью в себе при небольшом сотрясении мозга. Джанан продолжает свои угрозы и шантаж. Сэхер боится этого и сближается с Фикретом. На самом деле, Яман неправильно видит Сэхер и Фикрета. Если Яман увидит эту неуместную ситуацию, он уберет Сэхер из своей жизни. Итак, Яман вспоминает, что его мать сделала с его отцом. И Яман верит, что Джанан не станет беспомощным, как его отец. Затем Яман принимает донорскую печень Джанан. А Яман поправляется и превращается в более безжалостного человека. Зухаль также использует положение Ямана в этом процессе. Потому что Зухаль хочет заполучить Ямана. По этой причине Зухаль говорит о Сэхер странные вещи. Яман все это помнит и дает Зухаль шанс. Сначала Сэхер и Яман расстаются. Затем Яман дает Зухаль шанс. Когда Сэхер видит, что Яман дает Зухаль шанс, ее мир рушится. Сэхер решает покончить с собой. Когда Сэхер вот-вот умрет, появляется Фикрет. А Фикрет спасает Сэхер от смерти. Яман также узнает, что Сэхер столкнулась лицом к лицу со смертью. Яман опустошен, когда получает эту новость. Конечно, в этом процессе Яман также узнает правду. Яман приносит конец Ханану. Яман не прощает себе, что не доверял Сэхер. Волкан одержимо влюблен в Дуйгу. Поскольку вулкан наносит себе вред, вскоре он превращается в опасного человека. Потому что волкан творит более серьезное зло, потому что не может достать Дуйгу. Если Али не будет осторожен, Дуйгу пострадает. Несмотря ни на что, Али преодолевает эту проблему. Вскоре болезнь Волкана становится заметной. Вот почему Али заботится о лечении Волкана. Тогда Дуйгу преодолевает эту проблему. Таким образом, Али и Дуйгу наслаждаются единением. Ну а кто, по-вашему, принесет конец Джанан, я буду ждать ваших комментариев ниже. Итак, мы подошли к концу этого раздела, друзья. Чтобы увидеть больше видео, не забывайте подписываться, ставить лайки и открывать уведомления и оставлять свои комментарии. Берегите себя и увидимся снова.